Шаббат шалом, драгоценная община. Давайте встанем перед чтением Торы. Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бехорбану миколь ве-гамим ונתן לנו את תורתו. Барух ата Адонай нотен ха-тора. Благословен ты, Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Так, друзья, Бог выходит навстречу не только каждому человеку в отдельности, Он выходит навстречу и своему народу в целом. Вот мы сегодня как раз об этом будем говорить, потому что сегодня мы начинаем новую книгу, так совпало, новую книгу Торы, имею в виду, вторую книгу. Она называется «Шмот» или «Шемот» в другой транскрипции. Вот. И там говорится именно как раз о том, что Господь вышел навстречу, как Господь вышел навстречу своему народу. Вот. Называется сегодняшняя глава, и книга, как и глава, тоже «Шемот» или «Имена» в переводе. Вот. И она названа так потому, что начинается и книга, и глава с таких слов. Вот имена сынов Израилевых. Ну, соответственно, имена. Вот. Ну, для нас она больше, книга известна как «Исход», да? На греческом «Эксодус». Эта книга открывается описанием жизни народа Израиля в Египте. Вот и заканчивается его приходом Израиля в пустыню. Сегодняшний раздел Торы включает первые 5 глав. Вот. И он, как я сказал, называется «Шемот» и рассказывает о том, как народ Израиля после столетий пребывания в Египте стал весьма многочисленным, ну и этим вызвал определенные опасения у египтян, ну и желание ограничить рост, численный рост израильского народа. Вот читаем с 7 стиха 1 главы книги «Исход» или «Шмот». «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленный и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашим неприятелем и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Интересный факт. Новый фараон не знал Иосифа. Исследователи Торы, они говорят о том, что события, которые мы рассматриваем, произошли примерно через 100 лет после смерти Иосифа. Вот. И фараон представлял новую династию фараонов. Ну, до этого, как говорят исследователи, Египтом правила династия, ну, там две династии такого народа, как гиксосы, которые перед этим завоевали, за 150 лет завоевали Израиль, то есть Египет. Вот. И вот произошла смена династии, и к власти пришел египтянин, который, ну, вроде бы он не знал Иосифа. Ну, трудно представить, что человек не знает, египтянин не знает историю своего народа, тем более у него как бы были жрецы, которые точно знали историю, да, он мог узнать у них. Вот. Ну, и тем более он не знал историю народа, который вызывал опасения. То есть это был примерно 3-миллионный народ, как мы знаем. Вот, там только 600 тысяч было пеших воинов. Вот, и всего около 3 миллионов. А египтян было, ну, предполагают, что было примерно 7 миллионов. Вот, ну, трудно не знать историю народа, которая 3 миллиона в твоей стране, которая, ну, не больше 7 миллионов. Я посмотрел значение слова «не знал», ну, и для себя перевел его как «не имел мудрости понять и вникнуть в значение личности Иосифа для Египта». То есть вполне мог вникнуть, но не счел нужным или даже посчитал ненужным. Ну, типа вот «не знаю и знать не хочу», что мне там, как говорится, знать. Ну, это говорит о том, что незнание истории своего народа часто приводит к принятию, особенно руководителями, неправильных решений и, соответственно, к различным социально-экономическим катастрофам, как произошло и с Египтом. И фараон решил ограничить численность евреев, ну, как мы видим, на совершенно выдуманных основаниях. То есть он сказал, перехитрим же его. Ну, перехитрим здесь имеется в виду, давайте мы примем такое мудрое решение, которое вот приведет к нужному результату. Ну, так они считали. Чтобы он не размножался, потому что они могут соединиться. Какие у него были основания на то, чтобы народ Израиля, чтобы он мог соединиться с врагами? Да никаких оснований не было. Это были мирные скотоводы, которые жили
столетия, значит, в этой стране, жили мирно, подчинялись фараону. Египет благословлялся из-за того, что, соответственно, они работали на Египет, строили ему города и так далее. И все было, никаких оснований не было. Вот. Собственно, так было и в дальнейшем на протяжении истории, всей истории еврейского народа. Основаниями для преследования евреев на протяжении тысячелетий всегда были домыслы, какие-то предрассудки, ну и злобные планы, которые, конечно, они исходят от сатанинских сил. И как мы видим, именно история первого попытки первого геноцида, она именно такая же, основана абсолютно на домыслах. Ну и в дальнейшем Тора показывает, имеется в виду, здесь мы сейчас пока рассматриваем первую главу, значит, показывает, что давление на еврейский народ шло с нарастающей силой. Стих 11 первой главы. Изнуряли тяжкими работами. 13. Жестокостью принуждали к работам. Ну, контекст слов «жестокостью принуждали» – это говорит о том, что ввели их в рабское положение, потому что жестокостью принуждать можно только рабов. Свободных людей жестокостью не принуждают. То есть не извели их до положения рабов. Стих 14. И делали их жизнь горькой. Ну, горькой – это в том смысле, что отравляли их жизнь. Там так можно перевести. Отравляли их жизнь, ну, различными непомерными требованиями. Значит, ну, оскорбляющими, скажем так, человеческое достоинство. Типа вот выкопай яму, сейчас потом возьми ее, засыпь. Ну, это я условно говорю. Те, кто служил в армии, те понимают. Вот, значит, ну, такими, знаете, абсолютными придирками и бессмысленными трениями. И в конце концов, когда это не помогло, Израиль продолжал умножаться. Смотрим стих 22 первой главы. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного еврея сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Обратите внимание, я как-то раньше тоже не обращал, что он дал повеление для всех египтян. Он не просто там какой-то части, там армии своей. Он дал повеление для всех египтян. И они, в принципе, видимо, принялись это выполнять с воодушевлением. Вот. Я говорю о том, что египтяне, они не были невинной такой овечкой в данном случае по отношению к еврейскому народу. Вот. Они были, мы помним, что они были, сами были рабами, а рабское мышление, оно всегда приводит к тому, что раб ищет того, кто послабее его, чтобы его можно было унизить, и на его фоне можно было возвыситься. И поэтому, когда пришла последняя казнь, тоже об этом надо помнить, что ну, это было, знаете, то есть, ну, были основания для того, чтобы они тоже потеряли своих первенцев, потому что они уничтожали еврейских младенцев, значит, мужеского пола. Читаем исход 2 глава, 23-25 стих. «Спустя долгое время умер царь египетский, стенали сыны Израилева от работы, и вопияли, и воплих от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевым, и презрел их Бог». Вот. То есть мы видим, что на этом историческом фоне, который случился с еврейским народом, появляется фигура, значит, Моисея, и начинается история спасения еврейского народа. И в сегодняшнем разделе Торы вот описывается, как Моисей, он как, ну, как он родился, как он был спасен чудесно, как он воспитывался при дворце фараона, как неудачно пытался помочь своему, ну, осознал свое еврейство, потом пытался неудачно помочь своему народу. Пришлось ему бежать в пустыню. Затем его встреча с Богом, получение поручения вывести народ из Египта, встреча со старейшинами народа фараона и первая встреча со старейшинами народа и фараоном. Заканчивается раздел жалобы Моисея Богу на то, что выполнение Божьего поручения привело только к ухудшению евреев, потому что, ну, их стали угнетать еще больше, заставляли уже делать кирпичи, но только солому им не давали. А народ, естественно, претензии, значит, предъявлял Моисею. Обычно, когда готовлюсь к комментарию, я стараюсь внимательно вникнуть в контекст, исторический контекст, культурный, вот, и как бы... Несмотря на подготовку к Новому году, вот я как бы тоже пытался свою традицию не нарушать и прочитал множество материалов, которые как бы, ну, дали мне самому понимание, как бы, и, ну, всего, что там происходило, ну, в историческом таком контексте. Кто такие фараоны были, там, какие они были, предположительно, года там, и так далее. Множество интересного узнался, но я понимал внутри себя, что не об этом я хочу сказать сегодня, что не об этом, может быть, и Бог хочет проговорить мне. Я пытался понять, Что же вот именно вот для нас важно понять именно в контексте изучения вот этого раздела Торы сегодня. Может быть, знаете, вот в начале 2016 года, когда
Вот, ну вот Новый год, да, новый календарный год, когда определенный исторический период лежит перед нами. Да, ну, у меня мучительно не получалось. Я ходил, знаете, так, ну, настолько оно было вот в этот. Ну, буквально сегодня утром что-то я понял, не знаю, насколько в полноте, да, вот, но то, что я почувствовал, я не говорю, что это мне Бог сказал, но то, что вот я почувствовал внутри себя, да, вот именно вот эту вот идентичность времени, понимаете, то, что я понял, что надо сказать о чем, об идентичности времени того, что было тогда, и того времени, что было сейчас. Смотрите, значит, почему вопиял Божий народ? Написано: «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и воплих от работы вошел к Богу». В принципе, сыны Израиля вопияли из-за, скажем так, из-за текущих проблем, да, из-за тяжести жизни. То есть их не устраивала, скажем так, их экономическая, социальная жизнь. В принципе, до этого все было хорошо, все было нормально, но вдруг стало плохо. И Египет их устраивал. Они не собирались, мне видно из контекста, что они куда-то собирались уходить из Египта, да, что именно вот «Боже, освободи нас, выведи из Египта». Да не было такого, я не вижу здесь такого. Они просто вопияли от невыносимых экономических условий. Да? Ну, условно говоря, цены высокие, пенсии маленькие, а здесь еще и фараон со своими, со своими требованиями там какими-то там и так далее. Понимаете? Вот. Как показали последующие события, проблема была не в экономической ситуации. На самом деле проблема была в том, что народ Божий, на самом деле, он не знал, особенно не стремился знать Бога, не стремился участвовать в его планах для себя, да, не стремился познавать его волю. Народ Божий хотел, чтобы Бог просто пришел и решил его проблемы. То есть народу нужен был удобный Бог, который, помните, потом, когда они тельца сотворили, они сотворили этого тельца, сказали: о, вот он Бог, он реально помогает. Ну, типа, вот как есть Бог денег, так есть там Бог там семейного счастья, там, или еще чего, условно говоря, да, вот вы понимаете. Вот. То есть им нужен был Бог, как скажем так, удобный Бог, такой, знаете, который вот приходит и решает свои малейшие, ну, все твои проблемы. Вот. И последующие события, вот мы же будем дальше изучать книгу, и все последующие события, они показали, что на самом деле основная проблема была не в экономической ситуации, основная проблема была не в притеснении Египта, да, вот, а основная проблема была в том, что Египет, он был внутри народа, и все, что происходило впоследствии, оно как раз оно служило тому, чтобы вытеснить этот, убрать этот Египет из жизни еврейского народа. Ну, можно сказать, а что сейчас? Друзья, ну, что сейчас? Ну, мы не можем сказать, что Церковь Божья сегодня, она, знаете, она сосредоточена на Боге, на Его планах, на Его сердце, на Его желаниях, да, значит, в том, что, я имею в виду, ну, во всей полноте, да, но мы не можем этого сказать. То есть нас, реально, конечно, нас беспокоит этот Египет вокруг нас. Вот, нас беспокоят цены, нас беспокоят одно, другое, там нету работы, там кто-то одинок, там и так далее. То есть реально Египта его очень много. Вот. Но проблема та, которую Бог, он напоминает нам вот в этой главе Торы, она все-таки говорит о том, что, друзья, что все-таки главное – это тот Египет, который мешает нам двигаться в Боге, да, который мешает нам познавать Его, который мешает нам принять нас от Него. То есть наша зацикленность может быть на этом мире, наша зацикленность на этих делах и так далее. Если мы читаем, например, Откровение, мы видим, что там тоже проходит эта тема, когда, ну, когда Дух Святой говорит церквам своим, там это проходит тема о Египте, который живет в душах, в душе или в душах народа Божьего. И еще один момент, который тоже я услышал, да, который тоже мне хочется, которым есть желание поделиться с вами, это о том, что время спасения пришло, а народ этого не чувствовал. Ну, именно вот этот раздел Торы я имею в виду, понимаете? То есть Бог услышал, послал Моше. Моше уже действует. Вот вы представьте, он действует где-то там, а народ здесь, да? Ну, Моше же не в каждом месте конкретно, да? То есть встречаются там подруги, они что-то обсуждают,
Одна потом идет варить свою похлебку, другая отводит там внука там куда-то. Мужчины идут на работу, да, какие-то события, они слышат там, там делятся между собой. Ты слышал там, что Бог послал Моше, а кто он такой, а что там это? Он ходил к фараону, это из-за этого нас начали вот. То есть люди живут в вот этом вот, в этих условиях, да, то есть уже что-то происходит, все, Божий план запущен. А народ этого еще не чувствует, не понимает. Понимаете, вот у меня вот это может быть основное, знаете, чтобы мы поняли вот этот момент, где мы живем, в какое время мы живем. Друзья, время, оно запущено. Время, понимаете, о котором мечтали пророки, понимаете, то есть время, о котором, ну, которое мы называем последнее, оно все, оно уже идет. Понимаете, и то, что я понимаю, да, то есть. Понятно, что нас беспокоит то, что вокруг нас, да, нас беспокоит экономический кризис, нас беспокоят моменты, там, связанные с работой, с финансами, долгами и так далее. Но время, оно уже пошло. То есть то время, знаете, когда Бог, он уже начал действовать не взагали, он всегда действует, понятно. Но мы, то время, о котором мы говорим, это последнее время, да, то есть когда пришло, когда время последнего исхода, так вот уже скажем, да, вот, и Иешуа, прообразом которого послужил Моше, он уже начал действовать, понимаете, уже, возможно, уже какие-то кони, они уже вышли, ну, я имею в виду о конях последнего времени, ну, помните, да, то, что открыли, возможно, они уже действуют, и нам надо, как бы, чувствовать это время, то есть, вот, основное, вот, как бы, послание мое сегодня, да, вот, о том, чтобы мы думали о горнем, чтобы мы помышляли о горнем, понимаете, чтобы мы чувствовали, какое время Бог доверил нам жить, друзья. Мы поколение, то есть реально, то есть то, что пророки Исаия, значит, там, Иеремия, другие, они только прозревали, где-то видели в каких-то таких, знаете, образах, а мы уже видим, мы, может быть, еще не понимаем. Мы, может, не понимаем, что там происходит сейчас на Ближнем Востоке. Мы, может быть, не понимаем сегодняшней экономической ситуации, но чувствовать это время, понимаете, чувствовать его движение, его запах, чувствовать его силу, да, нам нужно это чувствовать, что происходит как бы вокруг нас, вот, и вы знаете, то, что как бы вот, чем мне хочется завершить, да, вот, о том, что все, что не делает Бог, то, что не делает Бог сегодня, что Он будет делать больше, дальше, оно тоже, вот, его замысел, один из моментов, который вот, ну, что лежит у Господа на сердце, вот, оно записано в Исходе 19:4, когда он говорит израильскому народу: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас куда? К себе». Сердце нашего Господа, у него одно желание. Понимаете, что бы ни происходило в нашей жизни, чтобы наше сердце, наш взгляд, он был направлен не на фараонов, не на действия, понимаете, не на эти кризисы, но чтобы мы, живя в этом реальном мире, я не призываю вас, как бы там вообще там ни о чем не думать, не-не-не, надо жить, это все понятно. Но чтобы, живя в этом реальном мире, понимаете, и претерпевая вот от всего, что окружает нас, от этих тяжестей и так далее, чтобы мы всегда помнили об этом, что Господь, Он желает, чтобы вот это вот каждое, вот все Его движения, они в конце концов поворачивали нас на Него, чтобы мы смотрели на Него, приближались к Нему, познавали Его, вот, чтобы вот это вот, везде мы видели Его движение, в истории, да, в этом зале, вот, мать, мы сюда пришли, в конце концов, мы пришли, чтобы не просто вот так вот провести время, мы пришли познать Его, да, насладиться Его присутствием, Его славой, услышать Его слово, которое будет нам говорить Его пастор, значит, ну, наш пастор имеется в виду, которого Он поставил нам, вот, то есть, вот, чтобы везде, во всем, понимаете, мы приближались к Нему, чтобы везде, во всем мы познавали Его, чтобы во всем, чтобы, в общем, происходило вот это вот действие Божье, понимаете, в нашей жизни. И давайте, знаете что, давайте мы, наверное, помолимся. У меня есть желание вот помолиться за это время, за нас в этом времени, за то, чтобы вот этот Новый год, да, он был новым каким-то таким этапом познания Бога, да, познанием себя в Боге, познанием Его планов для нас,
Вот, для нашей общины, для нашего, для народа, вот, о котором мы молимся. Да? Давайте сейчас вот мы помолимся. Драгоценный Бог наш и Отец, да будет имя Твое благословенно, Господи, Бог наш, Бог Авраама, Исхака, Иакова, Боже. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы сейчас, по милости, по благодати Твоей, мы находимся здесь, в этом месте, Боже, Господь, в Твоем доме. Отец, и мы говорим Тебе, что этот день, один день, Господь, в доме Твоем, он для нас лучше тысячи, чем в шатрах нечестия, нечестия. Боже, мы, Господь, благодарны Тебе за то, что мы здесь, Боже, за то, что мы в кругу братьев и сестер, мы встречаем этот Новый год, Господь, и мы молим Тебя, чтобы Ты, Боже, вел нас, как Твой народ, Боже, чтобы Ты вел нас в этом году, чтобы мы, Господи, не отклонялись, Господь, от Твоих путей в этом году, ни направо, ни налево, чтобы мы шли тем путем, как нам должно идти, научаясь всему полезному. Благослови нас, Боже, каждого в отдельности, благослови нас, как общину, Боже, благослови нас, Господь, как Господь, людей, которые молятся о Твоем народе, Господь, благослови Твой народ, еврейский народ, Боже, чтобы в этом году что-то новое пришло, Господь, в мессианское движение, Господь, чтобы, Господь, росли мессианские общины по всему лицу земли, особенно в Израиле, чтобы Твой народ, он познавал, Боже, Твою волю, Господь, чтобы они были, Господь, царством, священником и народом святым, Боже, Господь. Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за этот год. Мы благодарны Тебе за время, в которое Ты нас поместил, Боже. Дай нам понять это время, принять его, войти, Боже, в это время, Господь, и сделать то, что мы каждый должны сделать, Боже, в это время, и чтобы это все, оно прославило Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.